страны Западной Европы переживают аномальную жару. В Великобритании, где впервые в истории объявили чрезвычайную ситуацию из-за погоды, зафиксировали самую высокую температуру с момента начала метеонаблюдений. Она составила 40 градусов. Аналогичная погода во Франции, в Швейцарии, Австрии, Италии и Испании. В Испании аномальные температуры провоцируют мощные лесные пожары. Местами температура воздуха достигла 43 градуса. В стране как минимум 510 человек погибло от перегрева. Дело в том, что над европейским регионом установилась обширная область высокого давления, которая, в общем-то, разгоняет облака, и под действием вот этой инсоляции и активного солнца в настоящее время, в летнее время, действительно, температуры близки к рекордным. По словам эксперта, погода в Центральной России изменится из-за приближения отторга высокого давления с запада. На Республике Татарстан это отразится особым образом, поскольку она находится восточнее. Кроме того, уже сейчас на казанцев начало оказывать влияние поле повышенного давления. Как следствие, в ближайшие два дня столбики термометра днем приблизятся к 30-градусной отметке. В ближайшие дни, несмотря на то, что мы находимся в передней части указанного антициклона, и у нас северные потоки, то есть воздух движется с севера на юг, но тем не менее он приносит к нам, мало того, что сам по себе воздух теплый, кроме того, преобладание малооблачной или безоблачной погоды дает нам действительно такие высокие температуры. В то же время отсутствие облаков в дневное время даст хороший суточный ход, то есть температуры воздуха будут понижаться до значений 17-18 градусов. Несмотря на то, что лето действительно пришло позднее обычного, аграрии в России во время уборочной кампании уже преодолели отметку в 30 миллионов тонн зерна. Урожайность по сравнению с прошлым годом заметно выше. Сейчас она в среднем составляет 41,7 центнера с гектара. В 2021 году было 33,3 центнера с гектара. Согласно официальным прогнозам властей Российской Федерации, урожай зерна в России в 2022 году может составить 130 миллионов тонн, в том числе рекордные за всю историю страны 87 миллионов тонн пшеницы. Для уборочной кампании хороша умеренно теплая и сухая погода, так как для уборки зерна желательно, чтобы влажность убираемого зерна составляла около 14%. А нарушить такой режим может следующий пришедший циклон. В таком случае аграрии выбирают момент, самый удобный для урожая. Говоря о благоприятствовании нынешнего режима циркуляции, важно отметить, что атмосфера не статична, не формируются условия блокирования, когда на определенной территории устанавливается какое-то одно барическое образование, например, антициклон. Согласно долгосрочным прогнозам Гидрометцентра Российской Федерации, август обещает быть близким к климатической норме по температуре. Это в среднем 18,5 градусов. А также по актуальным данным, сентябрь будет чуть выше обычного температурного режима, приблизительно 15 градусов. Алина Красильникова, Фарид Захитуглы, Универ News.